друзья, хочу сказать, что, наверное, каждая мама хранит у себя где-то первые рисунки своих детей. Эти неловкие, какие-то наивные рисуночки. И вот у нас в метро вывесили рисунки детей, которые здесь жили 3 месяца во время бомбежек, во время страшных... Да, сейчас страшное время. Но вот они, эти рисунки. И пусть они сохранятся у нас. Рисунки самые разные. Не сказать, что они мрачные, грустные. Передают состояние души деток в то время. Передают впечатления, какие-то мечты. Так рисовал и мой сын. Очень мне нравится вот эта птичка с райскими яблочками. А это какая-то Сальвадор Дали или Пикассо или что это? Такая импрессионистическая композиция. И очень много цветов. Дети всегда ищут радость. И маленькое-маленькое зло. Оно будет таким, оно просто исчезнет. Обязательно детские впечатления. Это, наверное, гуманитарка. Смотрите, вот в сумочках продукты, батоны. И мальчик, который держит в руках землю. А вот фрагмент. Это, наверное, наша Салтовка. Что ж, почти каждый день я проезжаю здесь, все время завороженно останавливаюсь, смотрю на эти рисунки. Посмотрите их вы, друзья.